Всем привет, я Хулио, и сегодня я покажу вам любимые фото в своем инстаграм. Фото с Кларой. Эта фотка была сделана, когда мы снимали сцену на кладбище. Этой фоткой мы сказали миру: вот и мы, Арис и Ракель. Фотка вызвала настоящий переполох в соцсетях. Эта фотка была выложена в день рождения Клары. Я помню, мы сидели в ресторане и вместе ее опубликовали. Это фото для меня очень особенное. Когда я учился в школе, я ходил в этот театральный кружок каждый день. Здесь на фото со мной Ракель, мой наставник. Я многому научился, обучаясь там, прежде чем началась карьера актера. Это фото моей мамы. Меня спрашивают, я ли это на фото, потому что, очевидно, мы с ней очень похожи. Люблю тебя, мам. Это фото с процесса записи некоторых сцен из моего окна. После съемки некоторые моменты звучали не очень хорошо. Поэтому я провел целый день, озвучивая некоторые сцены. Мы снимали короткометражку моего друга в квартире. Это сцена, в которой меня отвергают. Вам покажется, будто случится поцелуй, но, увы, это не так. Также мы снимали сцену в лифте в этот день, но люди ездили без остановки, потому было трудновато снимать этот момент. Хорошие воспоминания с этой фотографией. Мы снимали это видео в Берлине на протяжении 2 дней, и на 2-й день мы отправились кататься на лошадях. Было очень забавно наблюдать, как Айтана пыталась развернуть лошадь в какую-нибудь сторону. Здесь я с Эриком и Уго. В этот день мы снимались в особняке семьи Идальго в Барселоне. Между нами и правда сложились некие братские отношения за это время.